Ну, вы знаете, куча всяких приемов есть, чтобы узнать самого себя. Ну, посмотри, на что ты обижаешься. Там как раз, значит, это ты есть. Но меня называют дураком. Если я обиделся, это же ко мне не имеет никакого отношения. Если я обиделся, я действительно дурак. Ну, есть куча приемов, по которым мы определяем истинное переживание. Это поэтому можно понять. Ну, вы знаете, у нас четыре мотива. Удовлетворить свои потребности. Пищевой, оборонительный, чувство собственной значительности, чтобы меня везде признавали, и сексуальный. Так, у всех так. Ну, ко мне приходят люди, у которых с пищеварительным инстинктом благополучно, с оборонительным тоже благополучно. Значит, у меня все люди приходят с двумя проблемами. Или сексуальные, или с карьерой не ладятся. Я уже заранее это знаю. Ну, потом, когда я начинаю разбираться, я сейчас считаю, что все люди приходят ко мне, что у них с карьерой не ладится. А карьерные циклы, они очень длительные. А сексуальный цикл короткий. И они тогда начинают заниматься решением сексуальных проблем. Я всегда им говорю, идите решайте эти сексуальные проблемы через карьеру. Научитесь зарабатывать 100 тысяч долларов в месяц, женихи будут и невесты тоже. Не надо вот эти вот мне разговоры, он сказал, она сказала так. Начинайте работать. Ну, вы знаете, те, которые следуют этим рекомендациям, они потом решают и личные свои проблемы. Я помню, одной так сказал, говорю, научитесь зарабатывать. Давно было, $1000 в месяц. Она стала зарабатывать 5000, приходит, говорит, не решила свою личную проблему. И улыбается. Говорит, а что, оттеноч поменялся. Раньше я была не с кем, а сейчас не из кого. И поэтому я сейчас стараюсь вот эти личные проблемы, что не решать, а сразу толкаю людей на что? На карьеру. Ну, мы им помогаем это делать, они продвигаются.